Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Лев Лещенко сейчас борется за жизнь в московской больнице. У 78-летнего мужчины подтвердили коронавирус. Неделю назад он уже чувствовал себя неважно, но все равно принял участие в съемках программы «Привет, Андрей». Напомним, 6 марта власти ввели обязательный карантин для всех, приехавших из-за границы. Артист 11 марта прибыл с гастролей из Америки и решил не отправляться в добровольную изоляцию. Как сообщают некоторые источники, уже тогда мужчина подкашливал и ощущал слабость в теле. Однако это не помешало ему посетить день рождения сестры Игоря Крутого и принять участие в записи программы Андрея Малахова. Передача была посвящена памяти Валентины Толкуновой, а за столом с артистом сидело множество его пожилых коллег. Например, по правую руку от мэтра находилась 77-летняя поэтесса Лариса Рубальская, 67-летний Аркадий Укупник, 74-летний Геннадий Хазанов и другие. Неизвестно, как скажется на здоровье звезд контакт с зараженным коронавирусом Львом Лещенко. Как отмечает «Экспресс-газета» со ссылкой на телеграм-канал «Курятник», уже во время участия в передаче «Привет, Андрей», певец сильно кашлял. Один раз даже на несколько минут остановили съемки из-за затяжного приступа, который случился у Лещенко. Сейчас опасность нависла над многими знаменитостями, контактировавшими с артистом. Например, Игоря Николаева уже госпитализировали с подозрением на коронавирус. Певец общался с больным как раз на дне рождения Аллы Крутой. Стоит отметить, Лариса Рубальская ранее заявила, что не заметила странностей в поведении Льва Лещенко во время съемок программы. Однако женщина все же самоизолировалась и выходит на улицу, только чтобы погулять с собакой. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!